Не, все, говори. Значит, это универсальная ручка. Значит, ручка-фонарь. Может применяться для того, для письма темно, ну, при недостаточной освещенности, если быть правильным. Значит, может служить лазерной указкой. А может работать в ультрафиолетовом диапазоне. Значит, у нее два стержня. Вот так вот меняется стержень. Один стерженек обычный, черный, а второй стерженек вот такой вот, невидимый. А виден он только в ультрафиолете. Все на любой поверхности, да. На металле, на пластике. Мы проверяли. Можно тайные любовные послания писать. Так, надо будет это переварить.